Для нашей загибки я поставила 3 стоечки. В них у меня вставлена леска. И я теперь делаю загибку, да? Каждую. Так вот, через одну. Ну, вернее, каждую стоечку я опускаю вниз. Тем самым у меня вот такие формируются ажурчики. И вот так я проплетаю по кругу. Проплела, загнула за каждую стойку, да, за одну. И последнюю я просто вот всунула. Дальше что мы делаем? Дальше мы делаем наоборот. Мы наверх поднимаем, да? Так, раз. Два. Три. Такую формирую косичку, да? Так вот, через одну получается. Три. Поднимаем теперь вот так наверх. Да, чтобы у нас делаем подпуск чуть-чуть. Потому что потом мы будем кончики прятать вниз. Вот таким образом. Так по кругу. Вот мы дошли до начала, да, вот первый наш завиток. Мы берем нашу пару. Нам нужно вот в этот завиток вставить эту пару. Я вот так вот возьму. Еще козыток. По одной. Последняя у нас осталась, да? Сейчас заплетем, потом все подтяну. Последняя вот сюда. Вот так. Вот теперь все верно. Здесь мы проверяем по всем своим лугам, чтобы они были. Все поправляем. Проходим. Сейчас я покажу. Ну, смотрите, поправили все, да? Чтобы они у вас ровненькие были, все идеально. И я покажу, как мы опускаем вниз. И завершаем нашу загибку. Я хочу. Надо.
таким вот образом. Следующую пару я просовывать буду вот под это кольцо, следующую тройку. И так по кругу. Ну вот, все расправляем, поправляем. Просунула я здесь тоже, смотря по рисунку, не знаю, какие-то подтянула и просунула. Сейчас все подтягиваем грунтовым, и вот эти вот кончики после грунтовки я просто обрежу. Но сейчас обрезать не буду, потому что у меня еще корзинка не расправлена. Так вот, такая вот красотень у нас получается.